В Киеве умерла актриса из «Возвращения Мухтара» и доярки из Хацапетовки Ольга Когут. В сети появилась информация о смерти Ольги Когут. Актриса скончалась на Украине. О трагедии сообщили ее коллеги. Когут служила в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки. Коллеги артистки выразили соболезнования ее близким. Мы сами пока не верим в эту страшную новость, но должны сообщить, что сегодня скончалась одна из главных актрис нашего театра – Ольга. Ушла в очень молодом возрасте. Помним Олю как замечательного партнера, актрису неповторимой харизмы, чуткого человека. О причинах смерти в культурном учреждении не сообщили. У актрисы осталась дочь и пожилая мать. Хотелось бы напомнить, что Ольга снялась в таких проектах, как «Не торопи, любовь», «Леди бомж», «Я тебя никому не отдам», «День рождения буржуя», «След оборотня», «Возвращение Мухтара» и «Доярка из Хацапетовки».